привет, дорогие друзья! Сегодня будет такое лайв-видео. Еду я сейчас с чуваками репетировать жесткий метал. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Оставайтесь с нами и будем угорать! Сразу приношу свои извинения за дерьмовое качество звука. И вот, добрались мы все до студии и начали настраивать инструмент. После чего ребятушки начали разыгрываться и фигачить рандомную фигню. Комнатка для репетиций не очень большая, и в ней очень жарко, благо есть хоть какой-то кондиционер. Хочу сказать, мы в этом деле скилла особого не имеем, только начинаем. И если память мне не изменяет, это наша третья или четвертая встреча. После небольшого разогрева начали что-то мутить, отдаленно похожее на музыку. Да, типа, да-да-да, а потом на второй куплет идем. После лютого адового разогрева пошла техническая часть с косяками, запинками и прочей чернягой. Подожди, пацаны, давай так, ты, Лёха, как бы одну вот эту, ну, как бы секцию играешь, вторая секция пошла, как бы, ты уже барабаны подключаешь, можно так сделать. Да, и может тогда ты сделай какой-нибудь более не панковый, что-нибудь помельче такое, что-нибудь, блядь. Ну, давай попробуем. А потом, смотри, потом вот, как бы, во второй секции Саня подключается с барабанами, и уже на третью секцию идут текст. Кстати, в описании видоса вы найдете ссылку на инстаграм нашего гитариста. В общем, пошел угар и все тяготы репетиции. Да и вообще, у меня огромное желание замутить альбом. Я сам пишу тексты песен, вроде неплохо получается. И вот хотелось бы найти вторую гитару и бас. Так что, если кто с Минска и горит желанием заняться диким музлом, пишите мне ВКонтакт, ссылочку вы найдете в описании видео. И дальше вы увидите некоторые моменты с репетицией и в конце, что все-таки у нас толковое получилось. Лёха, давай с тобой припев чисто, начинай припев. Раз, два, ну прогони, я подумаю.
ты пришел. Да? Ну что, на полу у нас такой же бутылка была. Это что? Конечно, конечно. Вот классно получилось у нас переход, вот этот, когда переход и на припев, вот мы залетели, заебись. Давай, все, все, не заново, заново, заново. Лёх, давай, погнали. А! Тай-ти-ти-ти. После второго припева вот этот я ускоряется. Вот как мы сыграли второй куплет, и потом вот этот переход на быструю, да? То есть там, допустим, вот эту четверть или две четверти ты спокойно играешь, потом уже как твое добавляется, уже текст пошел. Да. Да, и уже пошел текст, и ты, ну, вот этой педаль. Типа, не лекитесь нас, смотри, христиане, на войну живыми, мы твои восстали, себе шагали, пошел на войну, толпи. И вот он, шедевр, мой самый любимый отрывок. Большой видосик с нашей репетицией. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за внимание. И если у вас есть советы, пишите их в комментарии. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!